Исаии, 55 главе, там написаны такие слова: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». И там потом пророк еще пишет: «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? И трудовое свое за то, что не насыщает. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». И потом дальше написано то, что «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Я эти стихи понимаю так, что сейчас вот как раз-таки то время, когда мы видим, что Бог обещал своему народу, мы это уже получили. Mm-hmm. То есть у нас уже есть, у каждого из нас есть уже завет с Иисусом Христом. И сейчас наше время показать нашу верность, показать, как мы дорожим Богом, как мы на самом деле стремимся войти в Его присутствие. Написано: ищите Господа, призывайте Его, когда Он близко. То есть не просто, да, когда вот я сижу и думаю: ой, точно, я сегодня не молилась. Нет, знаете, искать. Вот я как понимаю слово «искать», это когда ты на самом деле вот находишься в таком состоянии, что тебе постоянно чего-то не хватает. Да. Вот ты чувствуешь вот эту вот жажду. Пусть слезы в мои глаза, в молитве уста, и каждый стук сердца мой погружен в тебя. Как долго ты ждал меня, мой Бог? Я буду искать тебя всей жизнью моей. Дыханием своим прошу, меня согрей. Растает пусть лед моей души. Так интересно написано, что ищите Господа, когда можно еще найти. Да. То есть важно не потерять вот это вот время, когда Он еще рядом с тобой. Нужно всегда бодрствовать для чего? Чтобы не упустить вот этот момент, когда Бог близко к тебе, когда Он призывает, чтобы ты не своими там желаниями, то есть, да, ну сейчас я хочу помолиться. Когда Бог касается, нужно слушаться Его, как быть послушанием. Да, чтобы понимать, когда Он что хочет тебе сказать. Потому что наступает такой момент, когда ты не знаешь, что случается, но... Почему тебе кажется, что Бог отошел от тебя? Но это не Он от тебя отошел, а ты от Него отошел. Здесь нужно быть очень внимательным, чтобы не потерять мир в сердце, потому что через того, что ты теряешь мир, там могут прийти и разочарования, и множество вещей. Поэтому сейчас нужно очень сильно бодрствовать и читать много, потому что это назидает, это наполняет нас. И молитва то же самое, что мы молимся, да? Это мы общаемся с Господом, это же не потому что... Ну так надо, а потому что мы хотим. Да, он наш лучший друг, мы хотим с ним общаться. И поэтому сейчас важно как можно больше времени проводить с Господом, потому что это на самом деле очень помогает, когда у тебя, казалось бы, проблемы, трудности. Ты можешь обратиться к нему, он из любой ситуации тебя поведет. Но важно обращаться к нему не только в проблемах, но и когда ты счастлив. Аминь. То есть что это значит обращаться к нему, когда ты счастлив? Это то есть... Ты его благодаришь, потому что ты понимаешь, что если бы не было его, это да, ты прославляешь его имя, ты славишь его, потому что понимаешь, что это он тебе дал. Что только через Иисуса Христа, да, у тебя есть вот эта вот радость, которую он сейчас тебе дал. Усталости больше нет, теперь ты со мной. Любовью твоей согрет и твоей рукой. Снова обнял меня, мой Бог. Пусть слезы в моих глазах, в молитве уста, я каждую мыслью погружен в тебя. Растаял весь лед моей души. Не надо больше ничего, будь рядом.
жаждущие, придите. То есть не просто сидеть и так ждать. Я хотел бы, да. Но вот именно жажда у нас, как у верующих людей, я думаю, это как раз-таки больше всего проявляется, потому что мы, как духовные, да, люди, которые обрели Иисуса Христа, которые мы познали и вкусили, как благ Господь, мы замечаем, когда в нашем сердце что-то вот меняется. Раз, вы замечали, наверное, я думаю, у нас у каждого в жизни такое было, когда раз-раз что-то случается, и ты понимаешь, раз, мира нету. Ты понимаешь, что ты где-то мало читал, где-то мало проводил времени с Господом. И мне здесь нравится, что написано, вот пророк призывает, говорит, ищите Господа, когда можно найти Его. И призывайте Его, когда Он близко. То есть не все люди в миру могут на самом деле понять, что и осознать полностью, какой наш Господь, если они не откроют Ему свое сердце. Да. А мы уже как люди верующие, как те люди, которые знаем, что Бог, Он есть любовь. Да, ведь? Аминь? Да. И то, что Бог есть любовь, и Его любовь, она проявляется через нас, проявляется через наше общение. И на самом деле пусть Бог нас благословит еще больше Его искать. И в нашей христианской жизни никогда не забывать о том, то, что молитва – это не просто, когда мы говорим какие-то слова, это искренний разговор с Богом. Надо как-то, я даже вот, когда ты долго времени молишься, такое чувство, что, а как тебе начать? Да. Как теперь, как вообще? Вот, и я, мое тайное место – это балкон. Я, как всегда, иду, открываю окно, смотрю на небо, и первое, о чем я говорю, Господи, ну ты же все знаешь. Исповедуешься. Да, но внутри ты мне есть то, что я вот... Молодежь очень много об этом говорит, то, что нужно говорить о своих каких-то либо проблемах Богу, потому что ведь Бог же знает, но мы должны об этом говорить, да, чтобы сам хочет, Бог, чтобы мы сказали. Богу высвободить, да, это слово, которое чтобы у нас есть. Чтобы не было этого внутри, чтобы мы хоть кому-то это сказали. И ведь свои мысли я, вот я так посмотрела со стороны, ведь свои мысли я только и Богу и говорю. Да, кому да. я могу еще так сильно довериться, ведь только единственный Господь, я так могу Ему так доверять, знаю, что Бог только мне во благо все делает. Вот, и когда я первый раз все высказала, сказала Богу, вот у меня здесь проблемы, здесь я не могу, здесь мне больно, здесь мне как-то еще, и как-то легче стало. Конечно, да. Да. И, конечно, все же пустота еще внутри была, и когда я с молодежью еще общалась, я наполнялась, но там не хватало либо на один день, и то, может быть, на полчаса. Но когда ты начинаешь делать все самой, читать, начинать, когда уже в первый раз входишь в пост, это как будто заново. Как бы те мои 2 года, как бы уже все, это как будто заново, как будто такой, как маленький ребенок делал первый шаг. То есть он же упал, он сидит, еще сидит, и потом встает и делает первые шаги уже сам, без какой-либо поддержки. Поэтому не надо бояться, надо всегда говорить Богу. Он слушает нас, Он с удовольствием нас слушает, какие у нас проблемы. Он всегда нам поможет, Он всегда рядом. Он рядом, Он всегда нас выслушает, и не надо бояться, что Он как-то нас осудит. Нет, придет время, мы будем каждый... Мы каждый будем судимы по отдельности, но Он понимающий Господь, Он очень добрый, Он настолько нас сильно любит, Он так нас оберегает. Это просто слава Богу. Слава Богу и спасибо Господу за это, что Он такой терпеливый Господь. И написано же то, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам. Да, да. То есть да. мы будем судимы только если что-то случится плохое у нас. Но если мы, у нас что-то случилось плохое, мы потом покаялись, исповедовали это как грех, то все. Бог нас простит. Да. Как пастор говорил наш, если мы разумом будем называть нашего соседа, сосед, конечно же, не придет. Надо открывать уста. Да. Высвобождать это слово. Нужно разговаривать, общаться с Богом. Ведь Бог, Он ждет нас. Ну, то есть, если мы будем Ему рассказывать о том, что вот мы сделали, ну, Бог, ты же знаешь, что мы сделали что-то не так, знаете, это
Он же знает, что мы делаем что-то не так или делаем что-то хорошо. Но когда мы исповедуемся, для него это ценно. Для него это ценно, потому что он понимает, что для нас... Ребенок сделал шаг. Да. Он понимает, что для нас он гораздо выше, нежели, чем, да, например, кто-то. Или гордость. Да, гордость, да. Вот. Потому что вы уже говорите, что смиренно он дает благодать, а гордо он противится. Противится. Да, поэтому, знаете, если, например, ты говоришь, ну, Бог, ну ты же все знаешь, знаете, а это гордость. То есть ты можешь сказать, да, Бог, ты все знаешь, но то, с каким сердцем ты это выразишь, это тоже очень важно. Гордость – это если ты говоришь, Господи, ну ты же все знаешь, говоришь, сокрушаешься, говоришь, Господи, ты знаешь, то это уже другой момент. Да. Бог же не будет нас… Бог всегда придет к нам на помощь, нам нужно лишь открыть уста и сказать, помоги, мы тебя очень ждем и хотим, чтобы ты нам помог. Это всего лишь первый шаг, который нам нужно сделать. Это есть, это как вот искать, да, Господа? Да. Ты ищешь, потому что ты вот обращаешься, ты вот хочешь узнать, Господи, что мне сейчас делать, как мне сейчас быть, как мне выйти из этой ситуации? Это вот как маленький ребенок, вот просто его отпустить, я не знаю, там, в парк куда-нибудь, он же растеряется, то столько всего он увидит и не знает, куда идти, но наш Господь, он очень благ. Держит за руку. Держит за руку нас и просто ведет. Да, а мы, зная его голос, уже сами к нему идем, уже не отходим от него. Да, аминь. Я хотел пополнить Исаия 55 глава, 8-9 стих. «Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших». Аминь, аминь. Больше нет, теперь ты со мной, любовью твоей согрет твоей рукой. Ты снова обнял меня, мой Бог. Пусть слезы в моих глазах, в молитве уста, я каждую мыслью погружу. Растаял весь лед моей души. Прости, подними меня, святой мой Господь. Я верю в твою жертву, Бог, и в твою любовь. Не надо больше ничего, будь рядом со мной. Такой момент, когда я, так скажем, чуть-чуть угасила Духа Святого, и то есть я вот у меня пару моментов такие были, но были, я думаю, у каждого в жизни наступают такие переломные моменты, когда, казалось бы, вот ты идешь, и вроде все хорошо, ты в церкви, ты не пропускаешь служение, но вот именно в сердце что-то случается. Да. Ты начинаешь где-то меньше молиться, где-то меньше читать, где-то меньше близко общаться с братьями и сестрами. Ведь Слово Божие говорит то, что когда мы общаемся друг с другом, кровь Иисуса Христа очищает нас. И у меня были такие моменты, когда вот я чуть-чуть начала, я заметила то, что я перестала бодрствовать, перестала много читать, как раньше читала, или молиться, и я сразу, если честно, чувствую, что вот что-то не так. Вот прямо я чувствую это, я понимаю, что это Дух Святой. А ведь если бы мы не имели Бога, мы бы такие моменты, если бы мы шли по плоти, да, по нашим каким-то плотским пониманиям, если бы мы вот шли не Духом, мы бы думали, ой, это, наверное, просто так, да, мысли, наверное, мои. Но когда Дух Святой, Он дает и покаяние. Ведь покаяние – это дар Божий. Да, да. А ведь когда мы угошаем Духа Святого, нам тоже нужно покаяние. Нам тоже нужно вот сказать, Господи, прости, если где-то вот что-то у меня есть, да.
где-то я не пободрствовал, где-то я не искал твоего лица, где-то я не воздавал тебе славу, где нужно было, да. У меня вот в жизни были такие моменты, слава Богу, я их прошла, слава Богу, то, что Бог вот дал этот момент, когда ты просто останавливаешься и познаешь, что Он есть Господь, Он всемогущий Бог, и Его милость, написано то, что она и превозносит над судом, и обновляется каждый день. То есть у нас каждый день у нас есть возможность сказать Господу спасибо, сказать Ему так, то, что мы очень сильно Его любим, сказать Ему, что на самом деле мы хотим быть ближе к Нему. Да, аминь. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. На самом деле, да, Господь дал такую возможность просто покаяться, быть да, с Ним, да, видеть Его лицо и да, да, быть, видеть Божью руку, быть да. Его присутствием. Да, это аминь. Очень большая привилегия. Я благодарна Богу, что мы имеем такую возможность да, и здесь Иисусу. Сейчас общаться. Сидеть я очень рада. Спасибо за приглашение. Было очень приятно. Слава Богу. У нас сегодня пополнение. Наши благословенные сестрички из Дагомыса. Мы вас приветствуем. Влада и Марта. Бог умножает это служение, слава да, Богу. Аминь. Мы верим, что молодежь Дагомыса будет еще больше с нами служить, будет больше делиться, будет нам помогать да, да, да. в этом служении, чтобы наш Бог прославился. Да. Мы вас очень сильно любим и приветствуем. Это находиться в Духе да. Святом, просто разбирать Слово, да. очень приятно. Да. И спасибо Господу за это чудесное время. Да, слава Иисусу, да. Бог интересно так ведет, что вот мы вроде все разные, все такие с разными глазами, волосами, привычками, характерами. Но Бог настолько вот дает эту любовь, чтобы я вот понимаю, то, что мы все семья, одна большая семья, и та семья, в которой царит вот эта Божья любовь. А ведь Божья любовь это не мирская любовь, Божья любовь она безусловная. Да, да, да. И на самом деле, пусть Бог нас еще больше благословит, я предлагаю сейчас нам помолиться. За тех людей, которые будут смотреть это служение, за чтобы это служение еще продвигалось, чтобы Богу еще больше воздавалась слава в этом служении. Да. И также помолимся за ситуацию в мире, то, что происходит, чтобы сейчас на самом деле не было никаких войн, чтобы Бог Он заступился и явил вот свою славу во всем. Дорогой Господь Отец, мы приходим к Тебе, Господь, в молитве, Отец, в молитве единства и согласия, Господь. Молим и просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил нас, благословил этот молодежный проект, Господь. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие, за Духа Твоего Святого, Отец, что Ты дал нам такую любовь быть и называться детьми Твоими, Иисус. Ты достоин принять всю славу, честь и хвалу, Господь. Мы благословляем Тебя, мы любим Тебя и славим Тебя, дорогой Господь. Молим и просим, Отец, ходатайствуем, чтобы Ты явил свою славу, чтобы пришла Твоя милость, Господь, пришла Твоя благодать и истина. В мире, Господь, ту войну, которую сейчас вел Господь, да прославился через нас, через наши жизни, через наше служение, Твое великое имя. Ты достоин, Отец, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу. Если ты желаешь, чтобы Иисус изменил твою жизнь, повторяй эту короткую молитву. Иисус, я верю, что Ты Сын Божий. Я верю, что Ты пришел на эту землю, чтобы понести наказание за мои грехи. Я прошу Тебя, прости все мои грехи. Войди в мою жизнь. Будь моим Господом. Когда я уйду с этой земли, прими меня в свое царство. Аминь.